Когда не чувствуешь габариты своей машины. На Советском тракте водитель «Шкоды» резко перестроился и задел попутное авто. Как это произошло, в рубрике «Видеорегистратор». На Советском тракте водитель «Шкоды» решил погонять, но, видимо, места было мало. Лихач перестроился из полосы в полосу, потом зацепил владельца регистратора. Цепанул. Удар гонщик не почувствовал и уехал. Сейчас его разыскивают. А в Кирове во дворе водитель кроссовера Hyundai зацепил припаркованную Kia. Похоже, у виновника ДТП проблемы с выбором радиуса поворота. Он так резко вывернул руль, что поцарапал свое и чужое крыло. Классика и Калина едва не попали в серьезное ДТП с пострадавшими. Водитель универсала не убедился в безопасности маневра и не заметил, как водитель шестерки пошел на обгон. Жертвами дрифтера на Джили чуть не стал водитель и пассажир машины с камерой на улице Московской. Они хотели повернуть, а лихач пошел в занос. Ехай, стой, стой, стой. Поехали. Не увидел красный сигнал светофора водитель Пола на улице Воровского. Он поехал и едва не врезался в темный кроссовер, который выехал с улицы Дерендяева. Что произошло с девушкой на Kia на пересечении улиц Солнечной и Воровского? Она в упор не увидела встречную машину с камерой и повернула налево. Укатилась без водителя в сугроб Нива «Шевроле» на привокзальной площади. Видимо, у припаркованного внедорожника отказали тормоза. К счастью, самоходное устройство никого не зацепило. Сергей Пичугин, Михаил Вагин, место происшествия.